идем. Я не предлагаю прям по глоточку, у меня просто стаканчика-то нету, глоточек маленький, и все. Мало того, что идти, еще прыгать. Блин, ну ладно. Придет рыба. Тогда придется по коричку. Санек не придет. Не в тот раз ушли на бикин. Мы сейчас на разведку. Нас оставили, сами ушли. Полчаса нет, час нет, два нет, третий пошел. Уже пацаны такие... Замрешь-то всего. Ладно. У пацанов... Они взяли 10 червей. Я говорю, что вы червей-то хоть не взяли? Они уже собрались за вами. Причем они пошли справа. Я смотрю, слева кто-то идет, разговариваю. Я говорю, стойте! Они, что? Стойте! И выходят разведчики. Не, ну правильно, я на залив сходил. Посмотрел, что там делать нечего. Сашка на протоке посидел. Ну, где мы потом сидели, где я снимал потом подводную. Поклевывало только что. Только сказал, говорю, поклевывало только что, и сразу клюнуло. Ай. Короче, враги рыбака — это китайцы и синоптики. Да. А крючок вообще как алюминиевый, ёбаный рот. Я его пощупал, он сгибается, разгибается вообще легко. Я летом один раз купил блесну у китайца. Там же на блесне такие предохранители небольшие, пластиковые. Ну, чтобы не зацепиться где-нибудь в кармане или там где-нибудь. Так вот, этот пластик отдирал, и крючок сломался сразу. То есть даже еще воды блесна не видела, уже крючок пополам. Он так нежненько, тю-тю-тю, я его оп, и крючок прибой. Я его не дождался. Я здесь хорошо пробурился. Прям под лункой камушек, короче. Я по нему тюкаю, да, и прям слышно. Тык-тык-тык-тык-тык. Ну вон один взялся на это, на краеда. Вот в той дырке, которую я бурил, там тоже я на по камушку тюкал. Я туда жерлицу воткнул. Интересно. А? Поменялось русло. Там был перекат глубоко. Блять, клевало опять. Там лапа воды. Да ты чё?
Дверь хлопают, нет? Не, он поворачивается. Ну, жалко, смотри. Трога не поймал. Снял краеда, короче. Снял? Снял просто. Да он сейчас здесь. Сейчас. Да они все здесь, сука, что жора нету. Ну вот этот жадно хватанул так. Я говорю, там тоже сидел за перекатиком. Так капитально потянул. И подвел крючок китайский. Вот он кто клевал. Что, на змеинку, да? Мы можем себе позволить проехать 8 километров дальше. Да не надо никуда ехать, нормальное место. Ты неправильно поступаешь. Видишь, ты какой? Надо было приходить поздравлять, если ты решил поздравить. Надо было с выпивкой приходить. Это что это за поздравления у меня такие без выпивки? Ну ты такой странный. Поздравить он пришел. Я тебе пришел пригласить. Пригласить? Откушать коньячку. Стоит. Thank you.
еще одна была поклевка. Вора забрал. Нет, там мелко. А у тебя сколько там? Два. Два раза подходил, брал. Да, короеда он, конечно, знатно отъедает сразу. Вот это, братцы, прикол. Вот это рыба. Вот это вот рыба. И не клевало нормально. Да? Вот это рыба. Хочу фотографию. Да? Да. Ну. Нет, на живца. Ну что, поздравляем. Работала! Наоборот. Да какая разница мне, блин? Наоборот. О, вот так.